Иван, второй, второй. Власть должна сейчас подумать о том, как мирным способом передать эту власть, понимаете? Они, потому что на данный момент у них единственный способ – это насилие над людьми, над мирными белорусами. Скажите, Вероника уехала? Где вы будете после? За что голосовали? Светлана. За что? За перемены. За что? В 9:30 начнется пресс-конференция. Верим! Верим!